Здравствуйте, королевцы, здравствуйте, земляки. В Королеве заработали обещанные велопрокаты. Вот один из них возле ЦДК имени Калинина. Велосипеды, ролики, все по 150 рублей. Работает с 9 до 9. Оставляете в залог паспорт и поехали кататься. Достопримечательность благоустройства Акуловского водоканала. Бесплатный общественный туалет, приспособленный для инвалидов. Всем так очень необходимый. Проработал всего около недели и закрылся. Со вчерашнего дня он почему-то не работает. Терпите до дома.